Всем доброго времени суток. Сегодня у меня на пасеке вышел первый рой в этом сезоне. Хотел я его забросить обратно, но все-таки решил поселить в улей. Вышел он с этого вот зеленого улья в 11 утра. Потом я много с машиной возился в гараже. И сейчас уже вот вечер у нас, где-то 7 час. Будем заселять рой. Подготовил я улей. Это тот улей белый, что выселял пчелы на продажу. В него же будем заселять. Поставил я 6 вощин и 5 рамок с кормом. Такие полупустые. Это с тех пчел, что зимой пропали. Вот в том синем улье семья пропала. Оттуда взял я корма. Он чистый, хороший. Где полная рамка, одна полная, а то такие полупустые. Немного вскрыл его, поцарапал. И будем заселять. Получается у нас 11 рамок. 6 вощин и 5 рамок сот с медом. На улице погода, конечно, не очень. Но туча видно, ветер немного поднялся. Но думаю, успеем засыпать пчел. Сыпать будем через литок. Даже если дождь начнется, так можно будет сверху прикрыть чем, и они зайдут. Потому что если под крышу сыпать надо, будет закрыть успеть, а они расползаются, то можно и подавить. Лучше сыпать через литок, может все-таки дождь пройдет мимо. Сейчас заважим, сколько важит роевня наша полная. Включаем он без мен. Китайский. Да. Вес роевни с пчелами 6800 будем брать. Сейчас вытрусим пчел. Потом заважим, сколько был наш рой, высчитаем. 6850 это полный улей. Вернее, роевня полная. Конечно, в этом году я не хотел расширять, но так, когда назад сыпешь, так старую матку надо убирать, а матку жалко. Так что решил я все-таки заселить. Да и матка неплохая, с весны стартанула. Думаю, они расплодятся быстро и поставим надставку, еще меда принесут. Открываем роевню. Делаем резко, чтобы пчел не позатягивал, там щелина немного сверху. Когда тянешь так, так заминая пчел, если сидят. Сейчас посмотрим райок какой. Вот. Наш райок с пчелами. Не такой, чтобы большой. 11 рамок, ну 5 корма и вощина остальная, думаю, вытянет. Нормально. Пчелки такие серенькие, красивые. Немного есть желтизна в брюшку. Такая коричневая, темная. Не полностью серая, немного желтизной. Так. Будем засыпать. Так. Опа, заткнул нашу селфи-палку. Я в землю. Высыпаем. Короче. Вот такой райок у нас. Сразу пошли в улей. Здесь стоит пару вощин. Они стояли под навесом сегодня.
вон под всем навесом стояли туда. Пытался рой сесть на ту лощину, так что там даже запах есть уже роевой улья. Матку не знаю, заметим, не заметим в этой толпе. Труднее то видно, матка обычно выходит наверх на пчел. Ну, не видно покуда. Погодка, конечно, не очень, они пошли под низ еще. И траву не успел я еще покосить. Ну, пускай заходят. Вот уже пошли в улей полным ходом. Мошки кусаются. В этом году много мошки и комарей. Трутня видно, а матки покуда не видать. Наверное, улей пошла уже, поперли полным ходом сюда. Думал не сажать сегодня рой уже, чтоб дождь не пошел. Ну, все-таки решил, что лучше посадить с вечера, не за ночь уже. Работать поедет, там машину поприклеивать, отстраивать на что. С утра уже облетятся, да будут работать. Сажаю я вот улей наш, и 3 метра в стороне вот этот зеленый всего. С него они и вышли. Завтра вечером, скорее всего, траву покашу. Может, даже сегодня посмотрю, что по погоде. Менял я на машине шару сегодня, то днем времени не было здесь делать что-то, работать. Так что еще, если все получится, то вот вечером, думаю, с травой разобраться может, или уже завтра лучше. Пойду лучше машину обкатаю, что там получилось. Был стук, короче, я сделал слева, шаровую заменил, рычаги поменял на рулевом, стабилизаторы в тулке. А с правой стороны все равно стукало. Решил поменять шаровую, я снял заклепок, так как она с завода еще на заклепках стоит. Ну, шаровая была не битая, хорошо плотно ходила так, ну, все равно решил заменить уже 2 вместе, чтобы парой были. Ну, на одно я уже поставил, наездил 500 километров, это сделаю, вот уже вторую поставил, да, на днях езжу, развал сделаю, развал схождения. То, что резину подрезать начало на одном колесе. Да можно будет уже кататься. Посмотрим, что в этом году может. Попробуем диких пчел словить. В лесу семейку эту. Ну, это уже, если получится у нас по времени. Вот наши пчелы почти зашли уже. Под ледком много, а их обычно загоняю отсюда, сковыриваю. Там и матка может сидеть. Аккуратненько вот этим одуванчиком сошкребу, а иду вниз. Обычно матка под ледок прячется, под верхний. Руки у меня немного бензином воняют, с маслом. Так что неохота туда совать пчел, вдруг мне понравится. Так что одуванчиком аккуратненько сгоню, пускай заходят. То, что погода не особо летная, сейчас я гляжу. Минут 20 туда-сюда может и дождь пойти. Надо успеть их позагонять все. Позагонять сюда вот. Насела под низ, под доску. Ну, дымят, думаю, не буду того, что начнут падать в траву, а вдруг дождь поснется, то с травы уже им трудновато будет вылезти, хай сами потиху вылазят. Буду рукой подгонять, подшевеливать. Думаю, запах масла им понравится. А их там немного, я думал, борода. Так, 2 пчелы сидит. А мне пчел немного, так что пускай сидят, сами зайдут все-таки. Сейчас
Посмотрим, сколько раз троек потянул. Прижал, пчелу укусила заветно тут. Сейчас завожу пустую раевну. Да, выгоню остальных пчел с нее. Так. Пустая раевня у нас 4600. Мы будем брать 4650, чтобы посчитать ровно. 4650, а там было, ну, не знаю, не математик, в школе не учился, так что посчитайте, кто сам, потом напишу уже вес в комментариях под описанием видео, вес роя этого, сколько здесь 4500, хай, там было, кажется, 6500 или 7500. Наверное, 6500. Если 6500, то 2 кило. Если 7500, то 3 килограмма рой. Если считать на рамку 250 грамм пчел, как раз 10 рамок. Матка шмеля он летает. Мою халяву найти метка захотела. Вон матка. Может даже живет там у меня под этим, под подставка под улей. Старый корпус на 230, и на его уголки прибитые такие вот. В этом корпусе амхан набросал. Раньше шерсть не селили, так я попридавливал маток, да и все, когда летали, замесил. Ну бывает, шмели селятся, шмели особо не доставляют, это неудобств. Шарам, да, их не трогай, шмелета полезные тоже насекомые, а вот уже шершня не грех и уничтожить. В этом году, наверное, маток уже 6 придавил шершня. Ну вот, заселение удачно прошло, через месяц, думаю, уже надставочку им поставим или же расширим. Сначала немного, сейчас 11, а потом буду подставлять вощину им, доставлю до 16 рамок, поставлю надставку. Ну, будем смотреть по погоде. Может раньше надставку, может позже. Уже когда сколько, 2 недели, расплод будет печатанный, можно и надставку уже будет ставить. Не буду растягивать на 16 рамок надставку, а поставлю 10-рамочную. Потом вторую, если потребится, так и третью. Это будет 30 полурамок. Ну, покуда не будем вперед загадывать, пускай развиваются. Всем, кому было интересно, ставим лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, до свидания.